Добрый день. Если вы искали лечение жирового гепатоза или стеатогепатита, вы нашли нужное видео. Я доктор Скачко, врач-фитотерапевт в 7-м поколении. Более 25 лет занимаюсь лечением печени, восстановлением печени и участием в обмене различных веществ. А печень участвует в обмене и белков, и жиров, и витаминов, и микроэлементов, и углеводов. То есть это комплексный такой метаболический мозг, который решает множество проблем. К чему приводит явление жирового гепатоза? Да, это стабильно плохое состояние печени, при котором печень полноценно не участвует ни в одном процессе обмена веществ. Что такое стеатогепатит? Это негативная ситуация, когда явление жирового гепатоза плюс явление гепатита приводит к развитию цирроза печени. Это негативное развитие процесса, которого не хотелось бы, чтобы вы достигли. Жировой гепатоз можно восстановить, печень можно улучшить ее работу, явление жирового гепатоза можно уменьшить, и она лучше будет управлять обменом веществ. Что происходит, когда печень плохо управляет обменом веществ? Нарушение обмена углеводов приводит к тому, что развивается сахарный диабет второго типа. Нарушение обмена жиров приводит к тому, что рано развивается атеросклероз сосудов. Нарушение обмена белков приводит к тому, что развивается явление подагры, страдают почки и суставы. А у женщин матка и молочные железы, у мужчин еще простата страдает. Вот. Нарушение обмена витаминов, микроэлементов – это, в принципе, снижение качества жизни, потому что это ускорители обмена веществ. Что предлагаю я? Я предлагаю устранить этот комплекс нарушений не по отдельности, а махом, восстановив работу печени. Потому что их объединяют под названием смертельный квартет или метаболический синдром, кому как нравится. Почему смертельный квартет? Потому что и сахарный диабет, и атеросклероз сосудов, и подагрические изменения в суставах приводят к тому, что еще появляется четвертый участник этого процесса. Гипертоническая болезнь, которая проверяет все сосуды в организме на прочность, резко повышает риск внезапной смерти, вот, и смерть от инфаркта и инсульта. Если вам такая перспектива не подходит, если у вас есть друзья, знакомые, у которых есть, к сожалению, такое заболевание, ну, вы контакты вы видите на экране, вы можете обратиться, а лечение по методу доктора Скачко позволит вам в короткий срок, в течение нескольких месяцев, восстановить работу печени, участие в обмене веществ и улучшить работу вашего организма. То есть высокое качество жизни и активное долголетие, если вы правильно начинаете заниматься в системе.